Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители ножей. Сегодня я выполняю заказ на обзор ножа. Просили нож финский из нержавейки. Ну, вот у меня сейчас в руках нож с карельской березой из 65Х13. Ну что, нож финский? Нож финский уже на рынке очень давно, удобный, практичный. Имеет классическое финское лезвие. У нас идет небольшое усиление вот сюда. Как бы выступ такой. Он немножко дизайнерский, немножко, может быть, кто-то скажет, что он и бестолковый. Но, на мой взгляд, он дает небольшой все-таки упор в гарду, небольшое усиление. Вот. Небольшой здесь зацепчик. Лезвие стандартное, без конуса. Сюда нет конуса. Здесь тоже нет конуса, он ровненький. Вот. Такая вот. Такой вот ножичек. Я такой у меня в коллекции есть, правда, из Булата. Вообще ножи 65-ки, если их правильно закалить, правильно сделать, ведут себя достаточно хорошо. Я бы сказал, очень достойно. Нож. У него финские названия. Ну, действительно, такой ножичек. Рукоять не классически финская, она с гардой. Но лезвие финское классическое. Даже вот, ну как классическая, конечно, там, может быть, ее там немножко как-то по-другому, но все равно это вот она небольшое соотношение, скажем, длины и ширины. Ну, в общем, это финская тема. Такого финско-русский стиль, что ли. Не совсем все-таки финский, да? Но тем не менее. Это именно для людей, любящих небольшие ножи, узкие, но с гардочкой. Вот такой вот у нас ножичек. В общем, ну, про него что-то сказать, порезать. Понятно, что удобный. Понятно, вот такой хват у него удобный. Вот, вот, вот. Не имеет практически дропа, поэтому им зашкуривать будет чуть похуже. Надо будет вот руку выворачивать при зашкуривании, как у грибника, то же самое. Но зато он узкий, он по суставу пойдет лучше, чем грибник. Хотя по суставу все же надо еще уже лезвие. Ну, это такой нож на каждый день. И на рыбалку, и на охоту, и колбаску порезать. И им даже консерву можно открыть, потому что клинок-то полуторный. Он, в принципе, это не как на рыбке, там, не как на панде. Клинок с гранью, плюс вот переход заточной. Он достаточно прочный. Даже несмотря там 65-ка, не 65-ка. Вот. В общем, вот такой вот ножичек. Простой, удобный. Ничего лишнего, недорогой нож. Приобретайте, и вам понравится.